Детский сад на 355 мест в этом году распахнет свои двери в поселке Красково. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. Дошкольное учреждение расположилось в шаговой доступности для 5000 жителей нового микрорайона. Трехэтажный детский сад находится прямо на берегу карьера. Он не похож на другие дошкольные учреждения округа. Высокие потолки, просторные игровые, спортивные и музыкальные залы. Все это достанется в пользование юным люберчанам. Детсад рассчитан на 20 групп. 5 из них предназначены для самых маленьких воспитанников ясельного возраста. Сегодня все идет в плане. Вот мы еще раз переговорили. Сегодня идут, по сути, финишные отделочные работы. Как строители обещают, что они маем месяцем завершат все работы. Маем месяцем будут завершены в том числе и благоустройство. И как бы обещают вот, именно в плане оформления документов где-то к 10 июню получить решение на ввод. Это основной документ для строителей. Всего в этом году в округе построится 5 детских садов, которые смогут принять 1050 дошколят. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.